Здравствуйте, товарищи. Добро пожаловать на ТВ Джем. Сегодня сделаем такой очень легкий, простый салатик. Почистите первую изначально спаржу. Руколу промоете, вырежете немножко этот низ, я как-то не люблю. Затем сердце из латуха. Это такое самое-самое-самое хрустящее. Положили сковородку на плиту. Тыквенное масло у меня есть. Наливаю. Обязательно тыквенное масло добавлю в спаржу. Чуть-чуть посолим. И тут у меня есть чищенные тыквенные семечки. Очень много здесь есть цинка. Прошевелим нашу молодую спаржу и добавим очень хорошую ладушку семечек. Промешаем. Коротко это все обжарим. Выключим плиту и все на доску. Вытащим нашу спаржу. Сейчас возьмем одну шумовку. Вытащим наши семечки, чтобы они прохладали. Можно на какую-то тарелку. Спаржа уже немножко прохладала. Возьмете немного лимона. Остается заправить листья, немного посолить. Зальем опять тыквенное масло. Все это промешаем. Накрутите обязательно немного. Возьмите сервировочную тарелку. Добавите это так. Добавить нашу спаржу, соленую, кислую. Возьмите какой-то пармиджано, грана падано. И на все это добавите жареные тыквенные семечки. Я вам желаю приятного аппетита. С вами был ТВ Джем Серж. Спасибо вам и чао.